Оторвать при этом вас спал? Денис, у вас появляется конкурент. Ну что, двигаемся дальше. Следующий портрет известного человека. Есть рука, есть. Сам Шафутинский, абсолютно верно. 3 сентября, и снова 3 сентября. Не так давно это прозвучало. Ну что, двигаемся дальше. Следующий портрет молодежный. И Оксана абсолютно верно. Егор Крид. Егор Крид. Разгадано. Двигаемся дальше. Следующий портрет, который мы спрятали. Там была рука, ну как вы думаете? Владимир Путин. Точно? Точно, абсолютно верно. Скиньте маску с Владимира. Владимир, вы здоровы. Хотя он очень доволен. Но двигаемся дальше. Следующий портрет. Лазарев. Это абсолютно верно. Оксана, Наталья, просто забираете балл. Двигаемся дальше. Следующий портрет, который мы заготовили. Выглядит вот так. Юрий! И это абсолютно верно. Юрий с годами не удалось взяться за маской. Балл защита. Двигаемся дальше. Следующий. Джек Воробей или Джонни Депп. Абсолютно верно. Снимите маску. Из зарубежных артистов тоже знаем. Двигаемся дальше. Собчак. Ксения Собчак. Разгадана. Выберите маску. Двигаемся дальше. Милат. И кто? Какой из них? Валерий. Это ее родственник. Это ее родственник? Это ваши родственники? Да. Да? Разгадано. Разгадано. Двигаемся дальше. Здесь-то у вас и там, Оксана, тоже было правильно, абсолютно верно, Иван Ургант разгадан. Двигаемся дальше, следующий